На телеканале «Юганск Новости» здравствуйте. В студии Кристина Кочерова. И в этом выпуске о главной теме. Редакция газеты «Углегорские новости» отмечает 70-летие. Мы поздравляем коллектив с юбилеем, желаем процветания и всего самого наилучшего. А теперь я передаю слово нашим коллегам, которые тоже решили поздравить лучшие муниципальные СМИ Сахалинской области. В далеком городе Углегорск, что на острове Сахалин, редакция газеты «Углегорские новости» празднует 70-летие. Нам, нефтеюганцам, мерить такими цифрами непривычно, потому что нашему молодому городу скоро исполняется всего 50 лет. Коллеги, друзья, братья по перу, поздравляем вас с этим замечательным событием. Желаем вам только хороших новостей, бестселлеров, так сказать. Ну и самое главное, мира, добра и процветания вашим семьям, потому что если будет все хорошо у вас, то будут классные новости. Привет из далекого Нефтеюганска. Здравствуйте, коллеги! Вот уже 2 года я нахожусь в декрете и наблюдаю за тем, как детишки из маленьких таких сонных креветочек превращаются во взрослых людей, в личность. Я желаю газете «Углегорские новости» неустанно развиваться, расширяться. Коллективу желаю постоянно совершенствовать свое мастерство в подаче событий, материалов. Будьте счастливыми профессионалами, будьте счастливыми людьми. С праздником вас! Привет вам из Москвы! На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь и призываю присоединиться к поздравлениям коллектива «Углегорских новостей» с юбилеем. Можете записывать короткие видеопоздравления, выкладывать в социальные сети с хэштегом «Углегорск News 70». Всего доброго и хороших вам новостей!